Водитель 65-го маршрута, попавший в фонтан с кипятком на Вавилова, сегодня снова на допросе. Следствие уточняет обстоятельства и устраняет возникшие расхождения в показаниях. Напомню, накануне водитель впервые после получения повестки пришел на допрос, видеозапись которого удалось получить новостям ТВК. Мужчина отрицает свою вину и утверждает, что заметил фонтан горячей воды только когда выбежал из автобуса. Мы показали видео допроса его коллегам, и вот что они говорят. Сок у нас состояние, он вообще, честно, сам не понимает, что он там делал тогда. Ну, сейчас как бы оправдывается. Чтобы на фонтане и прям на фонтане остановиться, этот террорист должен быть, чтобы так сделать. Я думаю, что если фонтан был бы там, он вообще туда не поехал бы. Видно же, что на съемке-то, что фонтан есть, и он подъехал туда. Не должен был подъезжать. Это же пассажиры, это люди, рисковать такими. Был бы он сам один, другое дело. Показания водителя мы попросили прокомментировать и юриста. По его мнению, так как видимость очень зависит от ракурса, водитель не мог рассмотреть то, что видели люди из окон своих домов. Возможно, что с места водителя не было видно, что перед ним находится водяной столб. То есть, возможно, что вот сам пар помешал ему увидеть то, куда он едет. Но, с другой стороны, правилами дорожного движения предусмотрено, что если видимость для водителя является ограниченной, то он обязан снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства. Следствию предстоит выполнить огромное количество работы. То есть, несмотря на то, что кто-то может уже сделать суждение о том, что кто-то виновен или не виновен, но следствие так не работает.